Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games, и мы с вами продолжаем. Вот такой вот новый легендарный костюм приобрел. Костюм северянина. Шикарный. Топор у нас новый, щит. Короче, у нас полная обновочка. Да, байк. Ну и лук тоже там новенький, все с 40 уровня. Так, и мы находимся, значит, в белой пустыне. Ну, почти в белой. Она там за горами. Тут она уже виднеется. И что мы тут забыли? А тут у нас слоненок Дамбо обитает. Эта серия, она будет посвящена битвам со слонами. 4 слона, значит, надо одолеть нам. Ну ладно, начнем с него. Ох, высоко. Так, где тут ворота? Вот они. Так, боезапас. Отлично. Ну что, постучимся? Ага. 40-й, значит, да? Так. Огонь против него бесполезен. Опа! Как их попец. Так, у нас стрелы закончились. Контратака. Отлично, сваливаем. Пускай. Ух, ты еще газом там кидаешься, да? Ну-ка не ори. Стреляй! Ах ты вонючка, а? Ближе подойдем. По ногам ему. Контратака. Ну сколько пошел иди сюда. Ах, отлично. А, задел. Задел. Блин, дело закончилось. Припасы. Оху. Ух, чуть не затал. Там вижу. Байк, вставай. Ох, блин, прям в броню попал. Попец открытый. Ох, как быстро разворачиваться стал. Что за быстрый стрел заканчивается? Так, ему совсем немножко осталось, я опять. Так, жги, беги, беги. Стрелы! Ага. Косой. Да, сука, там у тебя снарядов-то. Получил. Попал? Пускай! Так, бежим. Ну, разок упасть и все. О, блин, попадает. Напичка на стрелы, значит, да? Ладно, пойдем в ближний бой. О, блин, хорошо. Получай. Да. Отлично. Прям похоже. Завалили бугая. Явно там дыми намотали. О, мне костюм еще один дали. Шаман. Офигенно. Что-то прям везет на костюмы. Давай сюда. Ляг тут полежи. Ну что, мы пока переоденемся, значит, да? Посмотрим на этот костюм шамана. Так, что, ну вот он. Опа-па. Офигеть. Ха. Нормально. Блин, Соника жалко, конечно. А, там ротик у него, бля. Ну, бивни вообще зачетные. Необрезанные.
тоже вообще офигенный. Ну и с ним продолжим играть. Так, первого слона мы завалили, значит, да? А что здесь есть? Пусто. Так, надо селфи же сделать. Сейчас как-то так встанем красивенько. И скажи чиз. Байк, посмотри в камеру. Смотри в камеру, Байк. Да ты подлёгся. Там пикота бросим-то. И вали туда. Там поваляйся. Не мешай нам тут. О, шикарно. Чиз. Все, ждем лайкусики. Так, ну отправляемся, значит, к второму Сонику. Так, кажется, он повержен. Так, ну как у нас там? Кстати, вся карта у нас открытая. Все исследовал, где, кстати, вообще офигенное место есть. Вот это вот. Это, можно сказать, древняя цивилизация богов там, блин. Шикарное местечко в пустыне. Так, первый слон, второй слон у нас где-то там, где-то тут на крайней, прямо вот здесь должен быть, да, вот он. И перемещаемся. Ну, топорище, да? Хо-хо-хо. Мощный удар. Слабый удар. Так, Сонин Дамбл, ну там. Так, ну, полетел байк. Байк-шаман. Потва. Бегом сюда. И поскакали. Так, тут лагерь был. Я его уничтожу вроде бы, да? Лагерь уничтожен. А вон там у нас Соник. Второй, значит, Идис 4. Круто. Можешь его поменять, что-то у меня как-то быстро стрелы заканчиваются. Ну-ка, какой у меня там еще есть лук? Так, в этот по 4 стрелы, да, выпускает он. Это нормально. Можно, конечно, 35 поставить. Хотя ладно, пускай. Пополняем боезапас и идем на бой. О, какой свирепый-то, а. Так, они все 40-го даже, да? Ну, почти 41-го даже, ну, нормально. Это свирепый, да, бугай. Ну, и скоро бежал, по песне. Хочу вот он так провести. Давай, байк. Отлично, попадание. О, что-то не затоптал. Я вон там. Мы, походу, разозлили его. О! Так, это дымовый закидает. Так, надо заманить его. Тихо-тихо-тихо. Чтоб он пошел на таран и вписался куда-нибудь. Конфузно ему дубасти его, иди сюда. Забирай. Давай. Я тут. Беги, беги. Побежал. А хотя все, все. Слушай, букашка какая-то бегает. Я его там собрал, иди сюда. Беги. О, все, все. Один получил. Хе-хе-хе.
задел, да? Сейчас мы тебе что там, блин, дышали. Затопчет байк. Давай-ка, уж не удар. Даже можно лук поменять даже. А теперь выкуси. По хоботу своему побежал. Ну еще один костюмчик дайте, пожалуйста. А, не дали, да? Блин, как ты лег в кустике, да? Этаж выкатился оттуда. А, их там двое было. Римляне. Ужас у вас. Там ваше место. Бульк. Бедный Соник. Ну, тебя тоже туда. Валять с этой здесь болоте. Все это у нас руки хавают. Да, селфи как-то тут не получится, да? Ну хотя можно сделать вот здесь. Вот так вот. Соник повержен. Второй, значит, да? Сканируем. Глаз алмаз, ничего не обнаружил. Ну и покидаем это место, это битва арена. И отправляемся мы к третьему слону. Третий слон у нас где-то должен быть где-то здесь. Так, ищем. Так, везде. А, вот он. Так, у меня чуть-чуть рядышком точки перемещения нету, да? Только отсюда, если. Ну ладно. Все равно ближе. О, какой лута. О, какой баек. А, нам снова прыгать придется. Ладно, полетел. Кстати, он строит он стену какую-то римскую. А то, а? Он как-то чего отгрохали тут уже. А где все работяги? Что, они сегодня выходной, да? Нормальная стройка-то идет. Так. Надеюсь, мы там сможем проскакать и по этим горам. Хотя нам туда, да, значит. Да, у них, походу, перекур. Все отдыхают. Обычно тут бывало, они все строили, там что-то делали. Помощь нужна. О, блин, вот вам. Копыта не отбей. И тут территория, значит, римлян. Даже египетский Колизей здесь, там в городе Кирине. Там мы уже бывали. Уже сражались, а вот и арена. Че, Соник, ждешь нас? Так, вооружаемся. Отлично. Офигеть. Заставочки такие, а? Окей, 40-й. Окей. Кто там целится по нам? Ты с чего собираешься стрелять? А, с лука, да? Нет, ты что, снес. Соник, зелененький, синенький. Мы учим вообще.
И когда бо... Не буян. Посраки получай. Попал броню. Байк, вставай же. Бронь попал ему. И они закончились. Ладно, контратака. По хоботу ему. Отлично. Кто там засуетился? Закипшил. Посаги получил. Прям шоколадный глазик. Лучники эти, блин. Лежи. Отлично. Что-то взрывается. Да, огненные бомбы. Упс. Ну, держи. Отлично. Шикарный был удар с топора. Прям по промежности. О, насранца завалилась там, да? А тебя иди сюда. От кого-нибудь взять? Возьми этого хотя бы. Валяйся там. Тебя тоже можно. Вась. Тоже валяйся там. А ты, Соник, прости. Так. А у этого бивня порезаны. Ну, наконечники. Нормально. Что, селфи делаем? Ну-ка, байк, сайт, сука. Отлично. Ну и осталась последняя арена. Так, припас нету, да? Ну-ка, ты снесешь их? Без проблем, да? На щепки их. Сразу 4. Нет, так, может, где чем-то есть? Пусто. Даже кобры не оказалось. А где наш меч? Меч Анубиса. Забор. Без проблем, все крушит. Может, здесь чем-то есть? Что, все пусто, что ли? О, одна эти бы штыки бы его загнать. Ага. Кстати, он все разбегается, втыкается вообще. Да. Чего они вообще ничего нету? Пусто, все пусто. А, покушили и хватит. Ну еще немножко. Так, окей. Где последняя арена у нас? Где-то должна быть в центре. Или... Блин, надо вспомнить, где она находится. Соник, Соник, где ж ты последний? А, вот он. А, нет, этого мы уже побили, победили. Ну-ка, карту развернем. Так, где-то должен быть. Может, где-то здесь. Ну-ка, здесь. Так, до лагеря мы все там уже зачистили. А вот он-то где, блин. Га, он зашкирился где. Так, ну ладно. Отсюда поскачем.
Кстати, тут лагеря-то шикарные есть, блядь, там не только лагерь, там крепость целая же. Прям в горах там, блин, в ущелье. Кстати, эту крепость даже не до конца зачистил, а потом можно вернуться и только вспомнить, где она находится. Просто шикарная. Так, нам туда, значит, прыгать не будем. Гнездо тут. Здесь спускаемся, потом вызываем. Подзываем. И поскакали. Последняя арена. Где-то там с горами, да? Слепит-то как, а? Так, еще дальше, блин. А, вот, вижу. Ход, да, значит, это что такое? Хей. Тихо, потва. Ну, забирайся, ты же могешь. Ты мне еще не по таким скалам бегала, прыгала. А что, здесь камушка испугалась? Так, опа, а тут аж два слона, что ли? Офигеть. Реально два слона. Ладно, вооружаемся, да. Так, где здесь припасы? Эй, вы что, прикалываетесь, же припасов нет? А, вот. Поняли. Щит все есть. Ну ладно, два так два. Или один. Не два. Вот это да. Оба сороковые, да? Опа, ладно. Выкуси. Блин, у меня меч стоит. Побери. Доверь его! Кослиное отродье! Ух ты, у них там бомбежка. Давай атака. И контратака быстрее. Задел. Ну, задел. Давай. Надо заманить его, что-то я в центр бегаю. Тучники там, блин. Тихо, тихо, тихо. Раздавить его. Надо давить нас. Получишь сейчас. На мощный лук. Писался, да? Стреляй! Шуха. Давай, байк. Побежал. Сюда. Получи. Нормально, теперь у нас укрытие есть. Хорошо, что они вместе не нападали. Они затоптали бы меня там. Ладно, беги, беги, беги. Можешь, да? Байк, давай. Отлично. Блин, стрелы закончились. Ладно, буду топором его добивать. Беги сюда. Так, три замаха он делает, да? И копили мне. Укоротим немножко его. Может, не ударами. Комсового. Опа, опа. А мы типа это ноги под ножку. И готово. Вау. О, хищника нам дали. Чужие голоса. Чьи-то голоса были. Так, ну что, нормально мы забой получили.
легендарный костюм шабана и лукишника. Ну-ка, что он делает, этого лукишника? Так, поставлю я его сюда, если... Так, это не тот, это не тот. Вот оно. Это не он. Прости, слоненок. Так, ну что, делаем Софию? Какой слоник лучше? Хотя они оба хороши. Так, байк, выдасань. Не уж топор. Ладно, плечо вот так. А, блин, ну. Подожди, еще раз. О. Не, топора не видно. На, блин. Ну, как-то так пускай будет. Чиз. Так, а там не ремень, да? Ладно, пускай лежит тогда. Немножко марафета. Так, вспомни, сейчас не вспомни, эта крепость находится, а? Но она где-то должна быть здесь тоже, в горах в этих. Так, это не она. Где-то она, наверное, здесь. Так, там Сива у нас. Слоники повержены. Где же эта крепость, а? Где-то должна быть, где-то. А, вот он, кажется, да? А, вот, да. Кажется, она. По построению похожа. И она у меня как раз не добита. Там командир остался и сокровище. Так, и перемещаемся сюда, значит. Вроде бы она. Там просто шикарная такая крепость. Ну и у римляне тоже лагеря там нехилые такие. Ну они там из дерева сделаны, а вот крепость-то из камня. Так, лети. Так, она значит там, да? Ну, вроде бы должна быть она. Потому что по местности подходит и по заданию. Да, вот она. Огромная просто. Так, какие там не проскочу. Попробуем здесь пробраться. Если это возможно. Да, есть проход, отлично. Посмотри на эти размеры, блин. Еще на такой каньоне находится. Отстроен тут. Просто шикарно. Там мост, там вход. Грохали, так отгрохали. Так, ищем сокровища и командира, значит, да? Так, где? Пометь. Где-то. Вау, ближе подлети-ка. Ну, найди же. Где-то прямо здесь. Что-то не могёт. А, вон он где. Там подъем, да, потайной, значит. Так, командира нашли. Два сокровища. Три. А их должно быть четыре.
Где-то здесь последний должен быть. Да. У меня тут задание было, так что я уже некоторых перебил солдатиков. Поэтому тут их мало. Полностью не стал всех добивать, чтобы потом вернуться посмотреть эту крепость вместе с вами. Какие масштабы-то, а? Чего она построена, так с той стороны там не забраться. Здесь тоже, блин. Шикарно, шикарно. Понимаю, крепость-то крепость. Что в такой местности находится? Так, что там обнаружила? Заначку где-то нашла, да? Ну, это интересно. Так, ну можно нам на правом, конечно, ворваться. Кого-нибудь там. 37 уровня, блин. А мы почти 41. О, красава, можно даже вон там забраться. Аж красиво-то как, а? Вот это крепость, крепость. Так, ну ладно, раз нашли потайной проход, то давайте и воспользуемся им. Потом через парадный вот выйдем. Супа-тва, не побегай там. Нам бы вниз не упасть. А там дорога, кстати, да? Ну, да. Так, прибираемся. А зачем здесь? А, ну что-то есть там. Золотишко, да? Ну блин. О, там свет уже в конце туннеля. Интересно, мы сейчас там выйдем. Тут мелко, да? Ладно, забираемся-то. Стража держит ухо востро. Капитана-то я убил, да, двоих. Подпали под горячую руку. Так, тихо. Где-то вон там надо людей освободить еще. Нам сейчас наушника не нарваться. Так, он там ниже, окей. Вот, сейчас никого нету, можно освободить. Так, а ты хороший или плохой? Ну-ка, сагрится, нет? Нормально, ты свой, да? Спасибо, друг. Потому что бывает, ты освобождаешь, а там... Ловушка. Они тоже свои, отлично. Да хранят тебя боги. Все, бегите давайте. А я пойду за командиром. Нужно бежать отсюда. Так, это здесь лучник нужно уходить бродить. Спасибо большое. Ага. Поставим ловушку. И наш выход. Что ты? И сразу сухоту второго. За подмогой. Давай беги за подмогой, там тебя ждет сюрприз. Ты что, блин, тропора будешь, да, фыркаться? Ну, выкуси-то. Далеко, блин. Давай, давай. Зажигай, зажигай. Что? Я сейчас начну. Эй, помогите! И взорвался. Мы закончим быстро. Не ожидал, но подстава такой. Эй! Мы ученики. Сдохни, тварь! Ага, тварь, ответишь. Он мой! Я боялся. Да, тут сокровище у нас лежит, прям под нами. Я, вот... я вижу врага!
Секири башка. Так, ну что, бежим скручи собирать? Немножко пятки отбили, но ничего страшного. Так, забираем указ. Так, тут у нас графит. А тут у нас что? Ага, кинжалы. О, запытали, да? Как он красиво все собрал-то? Что? Упс. Блин, увидел, да? Вот ты где! Эй, что? Байк. Бугай с щитом. А ты их можно зажарить? Что? Не убежи! Тебе здесь не рады! Тихонько. Эй! Горели, да? Поджарились. Что? И ты тоже горишь. Вот, всех поджарил. Так, где еще сокровище-то? Там зато на том краю должно быть. Отлично. Так, ну вот оно нужно. Так, Сина, ну-ка покажи, где ты показывал уже сокровища нам. А, вот они. Я не туда убежал, да? Ну, ладно, с мужчинком разберу сейчас. Все, достану его? Нет. Ладно. Подкрадемся к нему. Только никуда не шевелись. Смотри, какой шикарный вид, видишь? Больше не увидишь. Так, ну идем собирать сокровища. Эй, я убью тебя! Убьешь меня? Давай, давай. Так, забираем. И осталось последнее. О, сколько тут добра-то. Ветер поднимет щит. О, 1500, нормально. Устает, да? Вижу! Нормально зарубили. Ну все, крепость пройдена. Вон там на выходе остались. Ну, посмотрим, тупик лежат. Ладно, двигаемся на выход, а. О, нам повешали-то бедолагу. Висит там, блин. Эх ты, блин, стоишь там, во-во, вышел, вышел. Ой, хэдшот. Возьми стрелу. Можно с арбалета пострелять. Там всадник есть, нету. А, что, не поворачивался, что ли? Блин, заклинил. Так, один наверху, да? Что ты? Блин, где ты? На куски порву! Да, да, да. Полежи. Не фыркайся.
стороне есть ручья? Да, тут золотишко есть. Ну-ка, наверху там что у нас? Походу припасы. Да, я... Гарпун. О, приземлился. Далеко. Это не наша плотва, да? Прости. Можно уничтожить. О, песчаная буря начинается. Да, да, вот она. Офигенно. Бля, на обе дорогу оставили. Вот это буря. Даже двоих оставили. А тут вообще внизу там шарится. Тихо, тихо. Вообще видимость не нулевая. Да, засыпало, то насыпало. Что-то байка немножко колбасит. Тихо. Все, теперь это крепость призрак. Ни души тут нету. Вот. Такого утащил. А теперь точно призрак. Хотя и тут больше было, но я группу перебил уже половину. Ладно, покидаем. Шикарная крепость, да. Забрать бы ее себе. Трупики, трупики. О, пригласили тут аж. Так, это наше рук дело, да? Жалко. Ладно, друзья, здесь остановимся. А продолжим со следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.